раз таки сегодня я хотел вас научить заднее сальто. По одной просьбе, то что у меня однокурсник попросил научить это. Его сальто назад, и поэтому я решил снять на видео. Снять на видео видеообучалку, вот. И смотрите, учитесь. Чтобы делать заднее сальто с места, нам необходимо первое, что настроить себя психологически. Вот. Это самая важная часть. Так, второе, вам нужно наладить выпрыг. Вот. Выпрыг. Выпрыг это не самое важное. Важно это техника. Так, сейчас я вам покажу заднее сальто. Ну, само сальто. Чтобы вытолкнуть себя, вы должны ставить перед собой цель. Вот она. Цель спереди должна быть. Руки вот так вот. И руки должны быть вместе. Чтобы ноги. Вот. Руки идут за ногами вместе. Вот. И ноги поднимаются, и руки поднимаются. Вот. И голову. Вы не так должны ставить. А вот. И выпрыгивать. Максимально вверх. Да. Потом, когда выпрыгнули, оказались уже на горизонтальном положении. Вы должны. Вот. Взяли. Лез. Лез. Ну да. Лез, короче. Важная часть это приземление. Приземление должно быть не таким. Не таким. А не таким вот. А ноги, чтобы согнуты были, в корпусе согнуты было и в ногах согнуты было. Вот. Вот она должна быть. Вот так вот. Это я говорю для того, чтобы не было срывов, поясницы всяких. Вот. Ну вот. Удачи вам. Учитесь. Приходите на тренировки. Это ВКонтакте еще напишу вам, сколько буду проводить тренировки с Даничем. Всем пока. Еще раз показываю.